Домой, блядь, давай, нахуй, домой, блядь. Ну, сука, иди сюда, ко мне, ко мне, ко мне. Ну, толкни. Так вот, дороже отстрел, блядь. А вот по идее, да, вот я выхватываю оружие, блядь. Меня убили, значит, ну, оружие что за моё, блядь. Убери всё, нахуй, кто ебал, блядь. Была бы такая херня. Ну, дрочь, неделя меня выгнала. На БГ сходил, потерял его, блядь. Ух, мы бежим по рампе с Джушельфом. Какой рампе? Нет. Тут... По ихней рампе. Блядь, да что ж такое? А, лечи. Все, лапы, хватай. Отлично, блядь. Если бы ты не сказал, был бы пиздец. Ух, блядь. Голосовая связь рулит. Мозг рулит. Бля, блю шельфа надо добавлять. Правильно? Хаурс это что? Недели что ли? Или 23 часа? А, 23 часа. 20... Нет, я сейчас хоть убивать стал, блядь. Я это вообще не убивал. Мастер-сержант офшор 27 дей эго не в сети. Чё за бред? А, Арсох, блядь, тьфу. Ох, писал сегодня, кстати. Насос, они тут 18 дней удалить. Вот. Сучка спрыгнул, блядь. Вместо него блю шельфа. Чик. Убей, блядь. Че убил? Да, блядь, долго. Мы вначале тоже до мы до начала тоже даже до середины дойти не могли. Видишь, надо было просто размяться, серьезнее взяться, да? А главное, вера и настрой. Да, у нас человек, короче, вышел нормальный, incredible. Оп, уже кто-то, блядь, наш флаг дернул. А это ебала, блядь, Макс оплил. Ты где, ты не рогаешь? Хоть на него-то, блядь, у них хватит сил, блядь, тут всего. Ну, ты на вам, да, ну, куда бы, я не знаю, блин. Оп, хорошо, потянул по одному мысли. А у вас там что, взял, да? Ну, опять у меня сфир страха, все разбежались, ну, воин, от воина страха, а я нет. Походу тоже это магия. Просто до этого времени, о, а теперь подействовал. А, это, наверное, кто там вот рядом с воином, прямо поздно видеть. Видел же офшор, да? Да. Ну, пойдем захватим, пока это... Пока такое... Oh, my God.
Хорошо, что папа пристал ушатал у них. А то бы сейчас был бы жесткий геморрой, блин. Да этому Хилу и так не везет, его все подряд убивают, как он не ушел до сих пор. Я его раз 10 убивал, тут 5 разбойников, ну прикинь, просто бедолага, что он, как он страдает. Что, не отходил от флага? Ну, так не сработали яды, делов-то. Он под банкой был, видимо, прикинь. Колду потратил, чтобы вот так вот обосраться на балконе. В смысле, какую... Даже, блядь, до травы не добежать. Не, в этот стан просто не сработал. Ну, промахнулся или что-то, я не знаю. А потом яд еще не сработал, блядь. Ну, ну бывает такое, да? Чё? На нем было прессен пот. Ты видел под ним такое лужица желтая? Поэтому не сработал замедляющий яд и стан. В смысле, это не только на иконке показано, еще он как-то по-другому выглядит. Вот он бежит, и у него снизу такая желтая херня, как паладины накидывают. Бля, не обратил внимания. Надо как-нибудь запомнить, посмотреть, запомнить, как это выглядит. Он выжрал этот самый преакшн под за голду. И в итоге все равно он там стан получил наверху. Пускай еще приходит, пускай, блядь, на все свое золото сольет. Так погоди, она же там действует вроде прилично, там, ну, долго, и он получил стан наверху все равно. Как так тогда? Секунд 10 или 15 она действует. А, ну да, он же заранее выпил. Ну, воины это классно, да? Там что, выиграли, нет? У нас 2-2. 2-2? Да, футбол. Нормально валит. Ух ты, блядь! Я рус их приста, короче, два воина пришло, типа, с пристом, он их хилить должен был. Я на приста напал, даже еще сделать ничего не смог, не успел. Он просто убежал, блядь, и оставил воинов на растерзание, блядь. Да хуя бы его хил, блядь. Просто сразу по тапкам, блядь, я увидел. О, там нормально. Тут кого-нибудь сни... А, уже бой идет, понял. Я все-таки погиб, ну ладно. Ну героем зато. Знаете, что хочу? Хочу, чтобы можно было взять огромный топор, блядь, и иметь его при себе, чтобы отбиваться вблизи, блядь, если кто-нибудь подлезет. Обидно, что я варлок, и мне типа нельзя. Еще и гном. Да, еще и гном. Интересно, как, кстати, интересно, как бы смотрелся этот вот топор этот из монастыря на гноме-войне? Маленький такой микротопорик? Не, нормальный такой большой. То есть в реальный размер, как на боссе? Не выиграем так, я пошел. Он один бедолага ходит второй раз уже. Так. А, нет, это свой рога зашел. Нормально пугает меня тут негодяй только. О, обнужение невидимости. Подводное дыхание. Бля, подводное дыхание, кстати, нужный баф тут. А, у них тут разбойник, жрец, вар. Вот такого я увидел. О, вар пошел назад. Захотел, видать, со мной промстить тут. Вар вспомнил, что здесь, блядь, пиздюлей ему дают, и думает, нахуй не пойдем. Друид на припоте опять. О, опять не сработал хил вара, бля. Не, все нормально. Короче, это тоже, бля, темная магия, короче. Да,
Блять, он уже все поле пересек, сучка. Этот друид ебаный. Сейчас поставит и пиздец. Ты первый поспорт. Они там? Вау. Ну ладно, попробуй. Беги, беги, беги! Ха-ха, Рогу успел убить, блядь. Спать может надо, нахуй. Я, наверное, на кладбище воскрес. Не ёбну. Ёбаный в рот. Так, надо, блядь, вас встретить как-то, чтобы вы добежали. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Охуенно. Поздравляю.